А это ваши одноклассники. Серьезно, да? Слова их не могу. Свет. Да. Ага, я немножко там, я чуть-чуть добавлю. Да. Познакомимся. Да. За одной партой сидели. Правда? Ну вот видишь, как сколько времени прошло, да? С левой стороны. Вот одноклассники. Узнавай, девчонки. Узнавай. Привет. А ну узнаешь? Да. Слушайте, а никого с наших учителей уже нет в живых, да? Александр Максим. Ну, Ивашкович, деревня. Адамис, Саша был, и кто еще, Володя Бакун. Помнишь? Володя Бакун. Слышали ты? Музыку дома тебе включали, радиола, ты жила в этом доме, вечерами. Его же, говорят, нет уже, да? Саша нет, он живой, он в этом... Нет, дома нет. Дома не снесли, да. Из России, из Минска, из Гомеля тогда, да, Света очень жалко. Мы немножко взрослые. Мы же сегодня еще... На Минске обратно, да? В 2015 году мы создали такой кабинет. Знали себя? Да, сюда, давайте. О! Давай. Мы с вами садились за стол. События. Сегодня к нам, можно сказать, что в гости само солнце пожаловало, поэтому мы очень рады. И все наши местные звезды, звездочки, мы все, конечно, уже скромно, так, с радостью будем наслаждаться этой минутой, этим временем. Ну, я думаю, что я счастливый человек. Не в смысле Нобелевской премии, там еще десятков премий, а в смысле того, что я всю жизнь занималась то, чем мне было интересно. Журналистика, потом литература. И я имела эту возможность. Я имела возможность оставаться самой собой. То есть, в принципе, в моей жизни было многое. И я была на войне, и меня судили за мою книгу, и меня выгоняли с работы за мои книги, там, из журнала «Неман», поскольку это уже были последние коммунистические годы. Но, тем не менее, я всегда оставалась сама собой. Это не только, наверное, характер, но прежде всего характер. Вот здесь сидят. И очень приятно, что мы везде слышим, иногда видим. И вот все хорошо, что дождались. Пишите образ Наташи Ростовой, да? Она какое-то время приносит нам тетрадки. А ты описала образ Наташи Ростовой полностью отрицательным. Все. И встала и доказала, что это именно так. И все ты правильно доказала, понимаешь? У меня... Что она поставила? Два. А потом. Ну, а потом, наверное, пересмотрели уже твои. Помню. Я же не помню. Дело в том, что мы же... Тысячи зорок упали в минулую ночь на нашу землю, витаючи ваш приезд по родных местинах. Мы вельми рады, что такая зорка Светлана Алексеевич загорелась и ярко светит на, скажем, на литературном склоне нашей батьковщины. Я думаю, Достоевского, попозже, Толстого. Смотрел очень широко на меня, такого европейского взгляда. Это на память вот о моей, о нашей встрече. Это ручная работа Светлане Алексеевич в честь нашего 70-летия. Твое же еще будет. Ты нас пригласишь. Я постараюсь сделать лучше. Наши встречи. Посмотришь, вспомнишь, там много чего есть. Но уговаривали, да, и в праце. Наши ребята. Я помню, поздняк у них там была и Борчевская, какая-то целая программа, как поощрять. Но потом, как вы знаете... Во тьме тревог надежды согреваем.
чтоб стать далекой маленькой звездой, всего лишь надо быть самой собой. Жаль, льется у сердца, як в осеньский дождь, и булкает у лунка пронизливый ветер, помеж хаты дворов и по улице вздолж, протякая рукой промянистая к ветер.